общем, я в шоке, прохожу, стоит женщина, предлагает ознакомиться с книгой. Я сначала подумала, Иеговы или что-то в этом роде, потом мельком случайно заметила Кришну. И у меня с этой историей есть связана своя история жизненная. Мой супруг, он индус. И как-то раньше у меня вообще сложный характер, и я часто раньше была вспыльчивой, срывалась, кричала, выходила из себя, и он пытался мне кусочками показывать отрывки из какого-то индийского сериала, где какая-то заложена мудрость, но я ее не понимала. И нервничала, говорила, я ничего не понимаю, не надо мне показывать. В итоге в один прекрасный день я ему говорю, а может ты лучше мне сначала, изначально историю все покажешь, потому что отрывки на меня не действуют. И вот с тех пор мы решили каждый день по пару серий смотреть. Как Махабхарата. Называется? Махабхарата, да. И он мне объяснял, что есть книга, что это вот именно отрывок из диалога Арджуны и Кришны. И я знала про эту книгу, как бы у меня была галочка когда-нибудь ее почитать, как бы, ну, так как я ленивая, я особо этим не занималась. И тут Вселенная или Всевышний, я не знаю, как это случилось, она сама ко мне в руки пришла. Так что я благодарю очень Гангу Гульнару. И в общем, я ее благодарю за то, что она стала проводником, что эта книга вот попала ко мне в руки. Ура!